Ну, вообще, в двух словах тогда я скажу о сути лазерной коррекции. Лазером меняется кривизна и преломляющая сила роговицы, чтобы переместить фокус на сетчатку. Предварительно, обычно, в неосложненных случаях, выкраивают лоскут, отделяют верхний слой роговицы. Далее делается лазером коррекция, этот лоскут укладывается на место, чтобы закрыть зону обработанной роговицы. Этот лоскут прирастает к утру, намертво, практически. Вот. И выделяют два подхода. Вот есть старый метод, метод LASIK, когда хирургически срезается лоскут, используется лезвие в микрокератоме. А есть современный способ, фемтоласик, когда выкраивается этот лоскут с помощью фемтосекундного лазера, что исключает повреждение лоскута, срезание его, дефекты лоскута и повышает прогнозируемость результата. То есть фемтоласик – это последнее направление в офтальмологии, в рефракционной хирургии. С помощью фемтосекундного лазера выкраивается лоскут, и с помощью эксимерного делается лазерная коррекция, что в сочетании повышает прогнозируемость результата, качество операции, удовлетворенность пациента результатом.